Сегодня мы вновь передаем партию гуманитарной помощи нашим военным. Это 6 автомобилей УАЗ высокой проходимости. Это УАЗ Буханка, УАЗ Фермер, УАЗ Патриот. Эти машины, они очень нужны на фронте и, как признаются сами бойцы, помогают очень четко и качественно выполнять боевые задачи. Кроме этого, также будут переданы прицелы, будут переданы видеокамеры и иное оснащение, необходимое нашим военным на фронте. Все это, все машины, все оборудование приобретено по поручению губернатора Красноярского края Михаила Михайловича Котюкова, и деньги выделены из резервного фонда правительства Красноярского края.